Минулые выходные, хоть и не были отзначены мощными морозами, не обошлись без пожаров. В Жобинском металлургическом колледже напередодні загинул супрацовник установы. По переднюю версию того, что отбылось, огучила официальный представник областного управления следственного комитета Мария Кривоногова. Верогодно, пожар узник за узгорание старого холодильника в бытовым помешкании. Загадчик курсов подрыхтовки водителя в некоторый час пробовал справиться с ситуацией самостойно. У несвядомом стане у 30 метрах от очага узгорания его позднее знайшли выратовальники. Еще одна супрацовница колледжа была выратована. Необходимость установки пожарного оповещальника у доме, где живут дети, еще раз подтвердил выпадок в Урешевском районе. У Василевичах своечасово спрацавшая прилада выратовала жыццё жанчыны и двоих дзяцей. Верагодная причина пожару – перакал печи. Пачуўшы гукавы сигнал апавяшчальніка, 30-гадовая гаспадыня домаўладання разом с двумя дзецьмі покинула дом до прибытия подраздзялення ОМНС.